Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы приготовим салат из фасоли, фасолинка называется, который делается за 5 минут. Быстренько и вкусно. Для этого нам понадобится фасоль красная или какая-то натуральная, без томата и без всяких добавок. Промыли ее, жидкость сняли, промыли. Так, теперь нам понадобится 2-3 огурчика, майонез, сыр и кириешки. Кириешки можно с любым вкусом, но желательно с сыром. У нас сыра нету, мы положим бекон. Так, начинаем. Берем фасоль, уже промыли мы, высыпаем. Так, высыпали фасоль. Теперь режем огурчики. Свежие огурчики. Все режется кубиком. Так, порезали мы огурчики этим кубиком. Высыпаем на это все фасоль. Так, затем высыпаем кириешки. Высыпали кириешки. Натираем сыр. Сыр желательно, чтобы был твердый. Натираем сыр на терочке. Затем добавляем немножко соли. И перчика. Затем добавляем майонез. Теперь это все перемешиваем. И наш салатик готов. Представляете, за 5 минут это все можно сделать. Быстро-быстро все готовое. Подрезали, заправили, перемешали. И салатик готов. Постоит немножко, сухари размякнут, и такая вкуснятина, и быстро-быстро. Салатик готов. Можно его украсить чем-нибудь, посыпать кунжутом можно, или сыром натереть, или кунжутом. Каждый на свои способности. Все, наш салатик готов. Можно подавать на стол. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал.